Ну вот мы снова засняли новую часть по рафту. Кстати, мы теперь устраиваем голосование и в нашем Discord-сервере. И потом мы суммируем собранные голоса из сервера и Ютуба. А если вы очень хотите, чтобы игра выиграла, в описании будет ссылка на Discord-сервер. И в канале видео будет проводиться голосование. Держитесь крепче, впереди море смеха и безумия. Я буду вообще поросем сейчас. Блядь, нихуя! Она прыгнула и уебала меня! Так, ребят, сейчас изучаю еще одну тему. Ебать. Все, начинается сюжет. Дай мне пару железных свитков, пожалуйста, мне нужно, блядь. Я хочу антенны просто крафтить и по сюжету начать идти. Потому что по сюжету там дальше крафты будут открываться новые, крутые, понял? Ну, короче, я просто отмазался, чтобы забрать все железо. Кстати, я пойду поплаваю, досок полутаю, потому что вообще нечем топить. Мои печи доменные. А, блядь! Кстати, о, что нашел, Миш. Все, мы сейчас будем вообще жить. Жить. Так, я надеюсь, мы сейчас все правильно сделаем. Раз. Два. И три. Теперь раз. Два. И три. Врубаем. Блядь. Высота еще больше нужна, прикидываешь? Я, короче, вообще колхозно сейчас буду строить, зато работать будет. Я надеюсь, это будет работать. Нужна большая высота. Стол, что ли, тоже надо разместить там? Блядь. Ты этого не видишь. Да, есть. Слишком близко, иди нахуй. Нужно на другой конец плота ставить, наверное, тогда. Ну, вот эти две хуй с ним. Короче, нам второй этаж в любом случае, Миш, строить. Да, кула. А, блядь, поломала, тварь, я вообще не слышал. О, остров вижу справа. Убить акула. Я полетел дерево добывать, сейчас я дерево добуду и убью. О, все работает. Заебись. А, мы 600 метров от этой, слышишь? От вышки? Да. Кружка. Кружка? Кружка. Кружка? Чем быстрее мы пройдем чуть-чуть квеста, тем быстрее нам доступны будут движки. Вот это будет охуенно. 400 метров, мы почти на месте. Я уже вижу, по-моему, остров этот, который нам нужен. Да, это он. Посмотри, там приближаемся мы с веслами, нет? Ну, судя по тому, что она прогружается по чуть-чуть, то да. Да, 180 метров. Заебись. А ветер... Блядь. А, мы против ветра плывем вообще, слышишь? Ветер с моря дул, ветер с моря дул. Нагонял, блядь, под плотом я зажала! О. А где Виталик? Виталик гребет. А, Виталик, да, под плотом он гребет. Снизу схватил его и тянет. Портфель нашел. Ящик нашел. Ебать, тут ресов. О, еще ящик нашел. Нашел записку. Покурим по мачкам. Почем? По мачкалам, он сказал. Я забрался. Записку нашел. Здорово. О, знакомое лицо. Гадаешь, как это оказалось? Длинная история, очень-очень длинная. Кстати, крутой плот, если понадобится ремонт, зови. Все, теперь настраиваем на другую волну. А, пойди, какая волна? Вот, 50-31. Настроил. Ебать! Нам плыть. Ну, поплыли, что? О, а где вы взяли эту хуйню? Я ее только скрафтил. Реально? Да, я ее скрафтил. А где взял нах? В смысле, на вышке был чертеж? Я не нашел. Тефтеля что-то изучила, блядь. Какая тефтеля? А. Бля, у меня коврик закончился, из-за этого я укорок выкинул. Что ты выкинул? У меня... Мне так нравится вот эта надежная конструкция просто. Я думаю податься в архитекторы. Крафтите топоры, потому что справа большой остров. Виталь, греби давай! У меня нет, у меня сломалось. Какого хуя?
Миша, я тебе в прошлом ролике обещал принести все семена. Я, блядь, их выкидываю там пачками, блядь. Я, там за одно манговое дерево 4 доски падает и 8 семечек. Нахуй. Сейчас я принесу тебе все это. Я в этом ролике это сделаю. Короче, я сейчас первый заход Миша отдам все. Все семена? Да, да. Давай. Это первый только подход. О, Миша, на! Не дай бог ты их все не сохранишь, Миш. У меня кончились стрелы, он пишет, патронов нет. Миш, тебе еще нужны семена? Цветов не надо. Опа, Миша, косяк! Ананасовая семечка и белая семечка. Какого хуя ты выкинул? Я с этой огромной чайкой сражаюсь, я ее убил. Все, Миш, перья мне не нужны, я ее так завалил. Она скатывается вниз. Бля, куда ты? Стой. Миш, только не говори, что ты выкинул стакан. Ага. Что, ага? Выкинул. Ты выкинул стакан? Проверяем. Семена ты сохранил, дебил, блядь. Что просил, то и сделал. Лежим, балдеем. Она меня еще и укусила. Диван! Диван! Я нашел хлам, записку нашел. Я лом нашел. Я использовал лом. Один синий ключ нужен. Занавеска! Штора! Я красный ключ нашел. Здесь пластик. Миша, иди сюда. Записку нашел. Охуеть. Я болторез нашел, записку нашел еще одну, механизм какой-то нашел. Что у нас есть пока? У нас есть, короче, болторез, топливный бак и механическая деталь одна. Блять, сука, управление ненавижу. АВСД, Миш. Какое управление жопное здесь? Не знаю, смотришь прямо, прыгаешь, оно идет прямо. Блять, тут крыса заспавнилась, ебать, я очканул сейчас. Четырехзначный код нужен. Ты где, Богдан? Я внутри. Я четырехзначный код нашел. О, найс, я пошел. Забрал, забрал, ушел! Пойдемте, теперь нам в самый низ надо опять сдавать. Так, я скрафтил... Подожди, ну у нас есть провода, есть пуля. А чего нам не хватает? А, зажигалки нам не хватает. Пойдем, я покажу где. Теперь опять идем вверх. Так, теперь где, говоришь, этот, бомба нужна? На верхнем самом. Да, все, пойдемте со мной. Только не теряйтесь. Вот давайте, в теле жду. Миш, идешь? Да, вижу, вижу я вас. Может пока пойти выложить всякого говна из инвентаря? Бомбу скрафтим и пойдем выложим. Нет. Там, скорее всего, лут будет, Виталь. А у нас лут в инвентаре. Да хуяли, нет! Миша не успел прибежать, я уже назад бегу. Вы идете бомбу ставить? Где ты? Все, готовы? Ну, Миша рядом со мной, я не знаю, как ты потерялся. О, ну знаешь, если Миша рядом со мной, можно взрывать, да, типа? Что, Миш, нахуй ты это сделал? Это ебанутый взорвал, Виталь. Я ждал тебя, честно. О, мотор! Вот, да, там... Вот, ящик, да. Только мне как-то забрать так, чтобы с меня ничего не вывалилось. О, нихуя! Три шарнира, один болт. Блять, я чуть не разбился. Оказывается, когда ты прыгаешь, это мало воды, ты можешь умереть. Так, мотор. Виталь, погнали, расширим чуть наш плот. Давай, короче, ты строишь второй этаж, я построю мотор с этим, с отсеками. Какая эта хуйня стоит? Стой, я скрафтил, короче, так, теперь крафтим рул. А как начать двигаться? Я что-то не могу понять пока. О, мы поплыли, ребят. Пошлите кровати сделаем, я не хочу эти ночи сидеть. Так. Или вы не хотите спать? Я хочу спать. Спокойной ночи. Ло, грядет! Тварь ебаная! Я нашел, где досок много найти, Виталь, там остров впереди огромный. А, с самолетом! Самолет! О,
Наконец-то доски. Доски теперь мои. Кто мечтает быть пилотом, очень смелый, видно, тот. Потому что только смелый сам полезет в самолет. Потому что только смелых уважает высота. Потому что в самолете все зависит от винта. Блять. Нам плыть в обратную сторону, ребят. Я разворачиваюсь. Так, нам нужно найти заход. Там должен быть такой пляжик. Мы пылесосим пока весь хлам. Пока плывем. Да. У меня тоже зависло. А я не знаю, у тебя тоже зависло. Подожди, я вроде нашел берег сейчас. Слышишь ты? Мне нравится, когда она забагается и назад уезжает по течению. Короче, я не буду нормально швартовать нас. Видали, якорь.